Всем здравствуйте! В первой части мы производили облицовку стен. Во второй части занимались укладкой мозаики. А в третьей части укладкой пола и нижнего ряда. В заключительной части мы рассмотрим облицовку плиткой бортика душевого поддона. Приятного всем просмотра! Для начала мы порежем заготовки по размеру. Отполируем их. После чего снимем фаску. Фаску снимаем с двух сторон. Так выглядит заготовка. Заготовки производим по всему периметру бортика. Верхнюю часть бордюра шпаклюем. После чего приступаем к облицовке. Фиксируя каждый элемент. Приступаем к затирке стен.
все предыдущие части вы можете увидеть по ссылке. Ссылка в описании. Друзья, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новинок. Всем пока, спасибо за внимание.